Всем привет! Хочу предоставить вашему вниманию анбоксинг посылочки, которую я забрал сейчас с почты. Как бы так сделать, чтобы не порезать. Я, в принципе, знаю, что в этой посылке, но не уверен насчет размера. Значит, вот в этой посылке вот такие вот перчатки тактические окли. Насколько это, конечно, окли, я не знаю. Но вот они, такие перчатки. Это замша здесь. Какой-то пластик, то ли резина. Но мне не терпится и ходить на руку, поскольку я не очень уверен насчет размера. Часы сниму. Ну, в принципе, размер замечательный. Размер замечательный. Точно на меня. Довольно-таки удобные перчаточки, легенькие. На картинке они выглядели намного, намного грубее. Ну, то есть напульсник, как это называется, думаю, напульсник держит неплохо руку. Здесь есть петелька для того, чтобы вешать. Вот. Здесь внутри, не знаю, видно или нет, вставлена металлическая сетка. Не знаю, для чего это, но, скажем так, перчатки выглядят круто. Вот. Ну, кто захочет, дам ссылочку на продавца. Довольно-таки качественно сделано. Прошито. Все проштопано. Ну, в общем, как бы я доволен. Ну вот. Сейчас мы посмотрим, что составляет еще пакетик. Ну, такую вот картонку, всякая фигня на ней написана, но вот здесь даже на этой наклейке написано Made in, что это не написано. Вот, того написан, но написан номер наводится резкость. Вот. Написан номер этих перчаток и сайт okli.com. Вот. Ну, как-то так. Такие перчатки. Всем спасибо за внимание. Все, пока. Пока.